Всем здравствуйте! С вами главные новости. Средства массовой информации пишут, что украинская певица Светлана Лобода поскандалила с сотрудниками московского аэропорта Шереметьево. Весь этот инцидент снял один из пассажиров. Звезда была недовольна тем, что ее не встретили на паспортном контроле, и ей пришлось идти пешком до VIP-зала. Один из сотрудников попытался сгладить конфликт, но Светлана заявила: «Мне не нужны извинения, мне нужен профессионализм в работе». Кроме этого, она отметила, что образцом может служить она сама. После того, как она высказала все претензии сотрудникам аэропорта, звезда сцены пригрозила влиятельными знакомыми, которые обязательно разберутся в ситуации, и покинула зону конфликта в сопровождении своего охранника. Видео, которое сумел снять свидетель данного инцидента, доступно на YouTube. Спасибо за просмотр и подписывайтесь на канал. А с вами были главные новости.